Всем привет, ребята, с вами снова я, Бобчик, и сегодня мы сделаем реакцию на Скибиди Доп Доп Туалет. Я видел, что вышел какой-то новый мем, какой-то сериал. Давайте посмотрим, довольно популярная штука. Как видите, это есть эпизод вот первый, сколько их вообще тут, 30, что есть, вот, да. Окей, давайте смотреть. Что это за голова в унитазе? Ладно. Стоп, давайте сделаем потише. Мне эти маленькие люди нравятся. Ребят, просто представьте, что вы заходите в лифт, а у вас там, во-первых, у вас там туалет, а во-вторых, у вас там Скибиди Доп туалет. Чего? Чтоб вы видели это в конце, да, я вам еще раз покажу. Там череп был, ладно. Так, ребята, пока не вижу такого сюжета, давайте его поищем. Так, ребята, как я понимаю, что Скибиди Доп, они пытаются захватывать людей, то есть... Кажется, не побеждают. Пока, ребята, мне довольно нравится данный видос, такая реакция, потому что интересно. Мне нравится эта песня. Так, а это, видимо, и какой-то главный, там еще такие маленькие зрители. О, там чего? Да, ребята, это у них главный в общем. Офигеть. О, ребята, смотрите, скример. О, тут нету звуки, тут нету музыки, но тут должно быть буршки би доп 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 юсис, буршки би дип дип, буршки би доп 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 юсис, буршки би дип дип. А, их смывать можно, ребят, представляете, их можно смывать, то есть люди начали давать спор. Так, ребята, то есть у них там началась война между людьми и этими Скибиди туалетами, и как я понимаю, давайте поставим лайк, во-первых, этому видосу, во-вторых, ссылочку на видос оставим в описании, в общем-то, как я понимаю, что этот агент пробрался на базу, смыл, и его нашли, то есть, о, а, вот, наверное, самый главный скибидишник. Тут рядом в каждом видео есть скример, ого, это камерамены, да, ребята, я слышу, что камерамены сражаются с скибидишниками. В общем-то, вроде бы, вы идете, вам скибидишник забирает голову, то есть он ее вам открепляет, сжирает, и они засовывают вашу голову в туалет, и получается еще один скибидишник. Но люди придумали туда засунуть камеры, и да, давайте пор. Так, что же? Нет! О, ребята, это же самый первый шкибедичник, помните, он был вот тут у нас, да, вот. Ладно, ну, хорошо. Они, получается, вам молятся. Ребята, люди начали давать такой нормальный отпор, слушайте. О, а это знак камераменов, то есть, что камерамены заходят, типа, ладно. Вот, видите, вот они везде, вот, на легендарном. Так, это полиция? Что? Здравствуйте, это полиция туалетов? Церковь, чего? Больше. Oh,
что? Так, довольно интересно стоит. Так, так я понимаю, там у них была церковь своя, и вот эти камерамены пришли к ним, все испугались, ушли, а они его смыли. Это, скорее всего, какие-то агенты P и 3DA. Они двое бегут и их сожирают скибидичники, но, как понимаю, ребята, что пока-то скибидитуристы реально побеждают. О, ребята, это демон, а вот получается в эпизоде 10 был бог. Ладно. О, там опять граффити. Так, это получается, вот это у нас начало войны. То есть где оно? Где-то вот тут оно в эпизоде. Вот в эпизоде 7 было начало войны, и вот как она идет. Окей, смотрим. Пока ребята, я вижу, что камерамены отбиваются. Ого, это что за гигант был? Ой, это главный. Чего? Офигеть, у него есть лазеры. Гиби. Жестко, ребят. О, а это какая-то машина камераменов, какой-то камера-паук. Интересно. Офигеть, реально, что они сделали из какого-то обычного туалета человека с камерой целую космическую войну. Офигеть. Люблю интернет. Ну, не получилось. Они его смыли? Да! Да, ребята, они смыли главного. Победа! А, это уже война с каким-то президентом их, что ли, таким седым, знаете, уже. Мне офигеть, что ты там? Скибиди. Так, ребята, пока я понял, что такой-то военный, его создали скибидищики, он ненормально просто убивает всех. И из скибиди-туалетов, и из их самих камераменов. Так. Так смешно занят. Офигеть. Сколько их там? Что? То есть он просто их всех взорвал и все. О, сзади напал. Блин, его скинули. О, как это страшно. О, это, ребята, их какой-то. Как камера-туалет, то есть это типа какой-то замаскированная камера. Так, они его узнали и. Ух, ё-моё. Это что? О, это мусорочка. Ладно. Так. Ё-моё! Посмотрите, тут главные их, они все ему молятся. Какие-то пауки скибиди. Так. Они хотят вот добыть лазер, но вряд ли это не сработает, ведь он такой огромный. Да, его надо смыть. Ой. Фу, ребят, смотрите. Бегите. Ой, уже поздно. Это морда вблизи, это страшно. О, ну вот, ребята, тут все было нормально, тут все развалили. Ладно. Уф, гигант. Что это за? Ненормальный скибидишник. Ладно. А что это? Что это? Кто им помогает? Я не так не понял. А, это, ребята, самый огромный робот, типа камераменов. Офигеть, он жесткий. Мне кажется, они выиграют. Давайте смотреть. То есть, ребята, смотрите, они тупо чилят. Они чилят, потому что вот они просто все выигрывают. Камерамены выигрывают. Да. О, ребята, это демон. Офигеть, вы это видели? Это какой-то мега электрозаряд, офигеть. Победа. Так, ребята, вот как происходит война, то есть на сюжет. Пока что мы выиграем, камерамены. О, ребята, вот он самый главный. Ой, он поставил щит. О, это, ребята, ненормальный скибиди напал на камерамена огромного и... Но он развалился, но камерамен убежал, а нас оставил.
Нам жопа. Что? Вы понимаете, ребята, что они допытывают Скибиди туалет? Что? Ладно, допустим. А, ребята, это получается, это не просто песня, это не просто мемы, это их язык, офигеть, ладно? То есть они допытывают его, где главный у них? Что? А, это он делает ритуал, может, кого-то вызывает? Что с ним? А, его смыли. Ё-моё. Да, ребята, он его вызвал, то есть он делает ритуал. Так, ладно. О, нифига себе, тут идет уже война, жестко. Дип-дип. Так, это у нас уже жестко война, давайте посмотрим. Они его смыли, да. Что? Он не смывается, чего? Ой, это 14-го. Что? Так, вот это вот по поводу этого шестиголового скибитория, так не страшно. Ладно. О, ребята, они, получается, чинят его. Или его чинят? На них напали скибиди туалеты, чего? Мне кажется, что они испугались этого огромного робота. Так, и... Ух ты, с нихера себе. И... Что? Это так легко они выиграли? Офигеть. Ладно. Смотри дальше. Я думаю, что точно не будет авторских прав. Офигеть, ребята, они давали хорошую позу. Такие нормальные головы. Их смыл. Какой-то человек, ура. О. А что? То есть они, ребята, выигрывают с какими-то туалетами с помощью другой музыки? О, смотрите, кайфуют. По-нашему. А, ладно. А, они надели наушники и мучают их другой музыкой. Офигеть. Они просто смыли всех звука войны. Звука волной, не знаю, танцуют. Так вот, выйдет война у нас. О, на него нападают и... На! Вот, ребята, я реально выиграет. А, ребята, помните этот скибитуалет? Я думаю, вы помните, что в какой-то эпизоде нас скинул тот скибитуалет, а теперь мы его скинули, офигеть. Тут довольно много пасхалок. Да. Слушайте, ребята, а люди начали давать нормальный отпор, мы выигрываем. Ё-моё, огромный скибитуалет. Его смыли. Это офигенно просто. Топ-топ-топ-пьес. Дип. Что? Офигеть, какой-то огромный красный робот просто взял и выиграл всех скибидишников. На. Я думаю, что на Вите точно не будет авторских прав. Ладно, это было жестко. Молодец. Так, смотрим. Ух, что? Я не понимаю, смысл быть скибидишником, ты просто стоишь и поешь, типа, одну и ту же песню, ладно. Что? О, ребята, камерамены пробрались, офигеть. Все, их боятся. Ой. Это, ребята, мини-камеру, то есть их такую машинку сломали, ну ладно, он победил. Ладно, смотрим. О, ребята, это как у них опять война, что ли? Ого, ребята, это какой-то агент, то есть у них, и он что-то ему объясняет. Это дип-дип. Вот этот чел нас увидел и, кажется, спалили бы нам жопа. А что? Ё-моё, это, ребята, тут огромный звук, а камерамен что-то. И... О! Ты просто леща дал на ему. Так, и все, ребята. Он победил. Мы выиграли. Мы в безопасности. Так, вот они танцуют. Все на туалетах, это по-нашему. То есть они уже, ребята, все отдыхают, чилят. И...
Что это за какой-то мега электромен? Точнее, то скрин туалет. Так, он его боится и. Нет, тихо. Чего? Это ли какой-то флеш, что ли? Это флеш? Ну. Что? Он, ребята, просто сносит всех камераменов. Посмотрите на это. Офигеть. Не, девушка, беги. Ладно. Да здесь мы убежим. Что? Он где-то безумно быстро и просто нас сломали. Ладно. И... Что это? Не, ребята, нас мучают, чего? Смотрите, ребята, нас мучают. Что? Ребята, они своего симбиота засунули к нам в камерамена, чего? Это какой-то безумный ученый и... Нет, нет, брат, и... Он нас просто, ребята, убивает, офигеть. И он просто нас уничтожает. Ну и все, ребята, на этом мы закончили. Мы посмотрели все 30 эпизодов Скибиди Доп. Мне понравилось, надеюсь, может, будет продолжение. Мне реально понравилось, то есть, эта песенка. Ну, напишите комментарии, может, я тоже засниму это в Майнкрафте. Кстати, давайте перейдем на мой Дискорд-сервер. Ах, ладно, ребят, давайте сначала зайдем на мой YouTube-канал. И, как видите, я в последнее время начал вылаживать довольно много шортс. Вот, это на скоро будет крутой видос про вампиров. И как видите, ребята, видео по шортс нереально залетают на 1000 просмотров. Я стараюсь, влаживаю их, снимаю. И как вы понимаете, за последнее время у меня очень сильно начали прибавляться подписчики с помощью данного способа из шортс. Мне безумно приятно, спасибо за активность. Я тут последний раз снимал довольно интересное видео с интересными кадрами, как видите, ребята, я вам их покажу. То есть вот лайкусик ставьте, вот тут здесь какая-то команда, разлачиваюсь, посмотрите. Шахте. Видите, раз смотрите. Даже шахте очень довольно тяжело. Все довольно интересно, поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал, как бы ставьте лайки. Всем пока-пока, с вами был я, Бобчик, всем пока-пока-пока.